Ребята, всем привет! Сегодня будем рисовать пасхального кролика. Если вам понравятся мои видео, то обязательно подпишитесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Итак, нарисуем с вами три кружка, один побольше, по бокам два маленьких и совсем маленький внизу в центре. Рисуем очень тонкими плавными линиями, потом мы будем стирать лишние линии. Сейчас более жирным слоем карандаша обводим нужные нам детали. Получается такая мордочка. Добавляем ушки нашему зайчику. Глазки отмечаем, носик и ротик. Все рисуется очень легко и быстро. Добавляем нашему кролику лапки. Усики. И обычными простыми движениями рисуем пасхальные яйца. Раскрашиваем нашего кролика. Я беру вот такие вот цвета и серый. Вот тут можно добавить немного розового цвета. А сверху белый. Пасхальные яйца. Добавляем контуры. Наш пасхальный заяц готов.
На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Большое спасибо.